Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о том, можно ли сажать рядом малину обыкновенную, малину ремонтанную и ежевику. Вообще, лучше всего эти растения сажать на некотором расстоянии друг от друга. И объясню, почему. Ежевика является самым сильнорослым растением среди вот малины обыкновенной ремонтантной. И ежевика, разрастаясь, а вот эти вот длинные побеги, они зачастую делают такую дугу, и верхушки прирастают к земле. Ну, то есть, вот если вовремя не обрезать, если вовремя не прореживать ежевику, она быстро заполняет весь участок, который она сможет освоить, и выселит все любые растения с этого участка. Теперь поговорим про малину обыкновенную. Эта малина дает очень большие корневые отпрыски. У малины обыкновенной и у малины ремонтантной разная агротехника. Если малина обыкновенная плодоносит на побегах второго года, то малина ремонтантная плодоносит на побегах первого года. Поэтому малину обыкновенную мы осенью или весной побеги, вот, которые плодоносили, вырезаем, а оставляем побеги, которые выросли в этом году. А вот малину ремонтантную мы вырезаем осенью всю, полностью оставляя пенечек 8-15 сантиметров. И малина обыкновенная, скажем так, более агрессивная, более живучая, как я уже говорила, она дает многочисленные отпрыски, многочисленную поросль, и она также может спокойно задавить нежную малину ремонтантную. Поэтому, если у вас нет возможности развести их, эти посадки, этих ягодников на большие расстояния, то разделите участки, где вы собираетесь, если вот вы их вместе будете сажать, вот эти участки разделите, можно сказать так, разгородите, вкопав между этими растениями или лист шифера, или пластика, ну, где-то на 40-50 сантиметров. Ниже корневый поросль не идет. Почему не нужно вкапывать железо? Потому что в сырой земле оно быстро окисляется, разрушается, и нужно будет повторять это снова. А вот шифер и пластик в земле так быстро не разрушаются. И вот тогда ваши саженцы будут расти вот именно на том месте, где вы отвели, и не будет претендовать на территорию более слабого конкурента. Надеюсь, мои советы помогут вам вырастить и чудесную ежевику, и полезную малину, ну и, соответственно, малину ремонтантную, полакомиться полной поздней осенью вот этими вкусными сладкими плодами.